Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания. Я корень слов, источник жизни и миров. Я формирую бытие твое, ее, вселенной всей. Источник я любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, и буду жить и процветать. Любовь и счастье воплощать, заполню этим все миры. Где буду я, где будешь ты? Ведь я и ты – две меры этой красоты. 13 декабря – день Андрея Первозванного. Почитается память Андрея Первозванного, одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Андрей родился в городе Вифсаида, недалеко от Галилейского озера, и вместе с братом Петром рыбалили. Именно Андрей стал первым, кого Иисус призвал в ученики. Презрев суету сего мира и предпочитая девство супружеству, он не пожелал вступить в брак. Ушел к Иоанну Крестителю в ученики, а после него последовал за Иисусом Христом и привел своего брата Петра. Сегодня проводили гадание, которое называлось наслушиванием воды. Для этого подходили к колодцу и слушали воду. Если на ней нет никакой ряби, значит зима теплая будет. Если же имеется, будет холодной и вьюжной. Обычно полученный результат сверяли с таким же гаданием, проводимым на Юрьев день. Целители и знахари считали этот день своим праздником. Сегодня они проводили различные магические и лечебные обряды. Их задабривали и дарили подарки. Девушки сегодня гадали. А чтобы гадание было успешным, они накануне постились и никому не рассказывали свои намерения узнать о своей судьбе. За ужином девушка отламывала кусок от своего хлеба и клала его себе под подушку. А во сне ей должен был явиться суженый. Было такой вид гадания. Заранее срывали ветку с яблони и ставили ее в воду. И если на Рождество ветка давала листочки, значит, вскоре девушка выйдет замуж. Приметы. Если снег на Андрея выпал и не тает, будет лежать до начала апреля. Если сегодня ясный морозный день, это к хорошему урожаю. Кошка вылизывает свою шерстку к ясному морозному дню. Как раз в программе «Целебная кулинария» в гостях у Юрия Шатунова. Юрий, я слышал твои любимые, знаешь, вот как бы сказать, разведка доносит, что ты начал любить там строганину, что-то такое сырое. Есть особый день в году, наступает в темноту. Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, там мандарин стоит и наряженная елка. Огоньками нас манит. Веселись, народ. Наступает новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом ходит счастьем в каждый дом. Веселись, народ, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон куром-то пей. Веселись, народ, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Бум-б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 ум